я зацепился за один фундамент, зацепился интересной находкой. Вот такой вот екатериновский пятак. Итак, ребят, всем привет! У нас ночные выходы начинаются. Сегодня открываем сезон в большой компании. Сколько у нас получилось? 6 машин, ребят, приехало. Приехали поздно. Да, Серый вот хвастается своей нашивкой. Поиск 63. Почему у меня такой нашивки нету? А ты еще не заслужил бы. Ах, ё-моё. Ребят, у нас сегодня несколько комрадов новых. Лопатой по жопе, что ли? Которые сегодня соизволили к нам приехать. Завтра еще несколько людей приедет. И я только начинаю свой сегодняшний видеосюжет. Новые. Александр. Вот он. Александр Петров у нас выиграл приз. Это очень шикарная деревянная тарелочка. Именно Христос воскрес к Пасхе. Затем... Жена отжала. Жена отжала уже, да? Да. Так, затем у нас Дмитрий Же. Тоже у нас один из новичков. Сегодня знакомство за шикарным столом. Ребята, стол у нас шикарный тем, что вот этот вот говнюк, вот этот... Вы его знаете. Вы не видите. Да, не видите. Это, ребят, у нас Серега. Серега Наумов. Вы его часто видите, он и снимает классно. О, блин. Смотрите, еще страшилка. Ну ладно, вы, может быть, его еще увидите. Это у нас Русик, который на камеру у нас не появляется. В общем, сегодня в дружной компании. Ты на меня, Сережа, на меня свети своим фонарем, а то не видно. В общем, дружная компания собрались. Тут интересно то, что, ребята, по секрету, наверное, всему свету, кто меня видит, здесь все спалили. Здесь, ребята, прошли пожары, все фундаменты оголились, и мы сегодня будем ходить по верхам. Если верховые сигналы будут на фундаментах, то мы, может быть, зашурфимся. Так что сегодня будут у нас уже находки. Ну а сейчас, ребята, мы будем отмечать небольшое такое, знаете, ну, дата, ребята, дата, да. Вот. И у Илюхи был день рождения. И мы решили день рождения его отметить на открытии именно сезона. Мясо, шашлык, ну и горячительные напитки. Так что вон он, ребята, вкусняшка у нас готовится. Ох! Что за мясо? Свинина. Вот, так что мусульмане, ребята, извините, но мы немножко поедим мясца. Похулиганим, да. Всевышний не видит, мы спрятались его, как видите, под ветками, да. Под ветками нас не видно. В общем, вступление, ребята, сделал, значит, находки у нас какие-то будут. Очень рад, то, что люди собрались, и достаточно дружная такая активная компания, и находки у нас будут, и... Я также сегодня, ребята, несколько камер, в частности, сейчас снимаю на новую камеру. Руки трясутся без штатива, так что, может быть, и будет расплывчато. Но сегодня несколько камер буду испытывать. Одну дам Сереге, потому что Серега у нас один из фартовых, очень много копает интересных находок. Пусть снимает на Соньку 300. Это тоже одна из дорогих камер моих покупок. Вот. Кто у нас тут новый? Рустик, который у нас не афишируется. Потом Санька, молодой комрад, это сын Илюхи. В общем, классно. Девчонок у нас сегодня нет, чисто мужская компания. Без девчонок сегодня будем отдыхать. Стол чисто мужской. Выпить, закусить. Так что не обессудьте, кто есть из вас критики, что мы чисто бухаем, мы чисто, мы ребята, отдыхаем. Блин, много говоришь, да. Пойдем уже, Саня. Да? Да, ребят, уже к столу зовут. Ну, некоторые любят, ребята, послушать, кто любит чего. Вот, так что извините, давайте к застолью, ребята, по рюмашке за встречу, за здоровье.
Так что погнали. Итак, ребят, у нас было условие, кто первый найдет монету. И у нас первый, как обычно, Серега Наумов. Недалеко ушли. Да, вот машины стоят. Ну непонятно, что. Что звенело? Звенело прям четко, прям пип-пип-пип-пип-пип. Значит, царь. Ну, поэтому, ты лучше звук знаешь. Ну, чистый царский сигнал. Копеечка, значит. Да. Ребят, ну, фундаментно копаемые. Именно медная царская копейка. Ладно, чуть позже, наверное, почистим, посмотрим. Серега, короче, ну, у нас было условие, кто откопает первую монету. Мы пьем штрафную. Сережа. Да, что-то проглядывается, по-моему, царь. Копейка царская, ребят. Вот, пацаны, там он ходит еще. Вот, так что первая царская копейка. Классно, классно, классно. Слушай, ну после пожара мы здесь наковыряем. Да, я тоже думаю, классно. Ребят, здесь все пожгли, все сгорело, здесь постоянно пожары. Вот мы ехали, там тоже были пожары. Так что я думаю... О, всех гудит, у всех все гудит, так что мы найдем. Сережа, иди наливай. Ладно, Кинг, это вон, Кинг у меня тоже там что-то ищет, ребята. Надеюсь, он меня тоже что-нибудь найдет. Ну что, Рустам улыбнулся, удача. Но говно. Ну да, двушка серебром, 1841 год. Ну что-то кто-то ее молотком немножко пошибал. Расплющили зачем-то. Какие-то, да, какие-то рукоблуды. Так их назовем. Ну, что ж, продолжаем. Ну что, ребята, ночной коп продолжается. Там Рустик визжал в кустах. Нашел двушку с серебром. И у меня Асечка. Ребята, я Аську поставил. И третий сигнал, который выкопал. Это трешка Николая, смотрите. Хороший бодрый сохран. Ай-яй-яй. Даже год можно разглядеть, да? Ну-ка. Не знаю, год пока не разглядеть, но... Супер, супер. Аська чемпион, ешь твоя налево. Ладно, зачет, я не пустой. Класс. Ну что, дамы и господа, все копаем, одни фонарики вокруг машины. Вот недалеко ушли. У меня вторая монетка. Трешечка 1952. Ранний совет. Всегда приятно находить. Сигналов просто тьма. Все выгорело. И теперь ходить можно где угодно. Это раньше была трава, кусты непролазные. Ну вот трешечка, в принципе, отмоется, да. Она как бы вот под фундамент. И с краешку вот здесь фундамент был. Отлично. Забираем, идем дальше. Конкуренция сегодня большая. Ребята, вы никогда не угадаете, что я нашел. О, медалюха. Так. Сейчас попробуем прочитать. За взятие Кёнигсберга. 10 апреля 45-го. Офигеть вообще. Да прям не глубоко лежало. Здесь фундаменты поднялись чуть в горку от поля. От огорода вон один фонарик у нас. Вон там другие ходят. Ну а чё, пойду. Похвалюсь. А сейчас давайте вам расскажу об этой медали. Многие даже и не знают, что такое Кёнигсберг. Кёнигсберг – это сердце Восточной Пруссии, город-крепость, укрепления которых возводились с 13 века. В 19 веке крепость была перестроена и была одной из самых неприступных в Европе. Все мы знаем Брестскую крепость. Это что-то подобное, но в разы больше. К примеру, Брестская крепость насчитывала 9 тысяч защитников, а вот Кёнигсберг – 130 тысяч. Вот теперь вы чувствуете масштаб. Советские защитники защищали крепость 32 дня. А вы знаете, сколько оборонялся Кёнигсберг? Если да, пишите в комментарии. А если нет, то в конце об этом узнаете. Итак, поехали. 9 июня 1945 года была учреждена медаль за взятие Кёнигсберга.
единственная медаль, учрежденная не в связи со взятием или освобождением столицы, а в награду за взятие города-крепости. Кёнигсберг окружали три оборонительные линии. Первая линия – 15 фортов, соединенных линией дотов, дзотов, траншей. Гарнизоны фортов были способны организовывать сплошную линию огня вокруг города. Вторая оборонительная линия – общественные здания на окраинах Кёнигсберга из камня и железобетона, приспособленные для ведения огня. Третья линия – весь центр города. Ее основой были укрепления городской цитадели с мощными фортами, разветвленной системой подземельных коммуникаций, рвами, валами и искусственными водными преградами. Гарнизон крепости насчитывал до 130 тысяч человек, 4 тысячи орудий и минометов, сотни танков и штурмовых орудий. Около 200 самолетов прикрывали Кёнигсберг с воздуха. Советские войска насчитывали примерно такое же количество солдат, но боевая техника и по качеству, и по количеству значительно превосходила. История прямо аналогична, как и в Бресте, только теперь все наоборот. Ожесточенные бои продолжались 4 дня. 9 апреля гарнизон крепости капитулировал, враг потерял до 42 тысяч убитыми и около 93 тысяч пленных. Потери советских войск значительно меньше, учитывая то, что приходил штурмовать крепость, а в таких случаях потери превышают обороняющих. Итого за всю операцию 9230 убитых и 34 тысячи раненых. Операция была подготовлена и проведена не числом, а умением. Наступательная операция по прорыву Кёнигсбергского укрепленного района и штурма города-крепости была проведена силами 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Василевским. В память штурма и взятия Кёнигсберга, после переименовался в Калининград, была учреждена наградная медаль. Автор проекта медали – художник Кузнецов. На 1987 год медалью награждено около 760 тысяч участников боевых действий в Восточной Пруссии. Медалью за взятие Кёнигсберга награждаются военнослужащие Красной Армии, военно-морского флота и войск НКВД, непосредственные участники героического штурма и взятия города-крепость, а также организаторы и руководители боевых операций при взятии этого города. Возможно, владелец этой медали где-то в этом списке. Вот теперь мы понимаем и осознаем, что это не просто медаль, а медаль пропитана смертью и кровью. Вечная слава героям Великой Победы, вечная память героям. Надеюсь, вам понравился вот такой небольшой исторический очерк. Если да, то с вас лайк и комментарий. А сейчас возвращаемся на КОП. Будет интересно. Итак, ребята, привет! Начался новый день, у нас ветер. Пацаны в лагере лечатся. У нас приехал Михалыч. Поднял несколько находок. Я зацепился за один фундамент. Зацепился интересной находкой. Вот такой вот екатериновский пятак. Когда он был, ребята, в земле, когда он был грязный, он был шикарный. Но когда я его немножко почистил, вы сейчас увидите и будете в шоке.